Всем привет! Сегодня будет просто распаковка утюга. Вот это Panasonic NIE510. Причина главная, потому что вот этот, который говняный, в общем, что-то у него пошло не так. Ну, коробка как коробка. Ничего прям сверхъестественного тут нет. Так, ну это чеки, инструкция, какая-то бумага, гарантийник, ну и сам утюг. Ну, утюг как утюг.